Всем привет! В этом видео я бы хотел поделиться кадрами из моей командировки в город Чу. Мне посчастливилось побывать там в конце 2021 года, а именно в декабре. В тех районах еще нету снега, а если идет, то совсем немного. Моя дорога пролегала через город Сарышага. Многие наверняка проезжали его, когда направлялись в город Алмату. Но в принципе и все, мы выезжаем из города Сарышаган и движемся дальше. На данном участке дороги ведутся ремонтные работы и строится автобан. По трассе также есть рыбные киоски. Thank you.
здесь чувствуется уже тепло намного. И вот ослики пасутся, дорогу делают. До Чу километров 30-35. А это мы уже заехали в сам город Чу. Начало декабря в Чу нету снега, в принципе, вообще. Довольно-таки жарко, можно ходить без шапок. И в легкой куртке. Это улица Каныша-Сатпаева. Прямо по дороге находится городской вокзал. Все на газу. Очень много автомоек, самообслуживания, ну и неудивительно, погода позволяет, снега нет вообще. Впереди это вот вокзал города Шу, а с левой стороны это городская больница. Сейчас подойдем поближе. Вот так выглядит вокзал города Шу. Памятник Великой Отечественной войне 41-45 и городская больница. Так непривычно, зимой нету снега, все практически без шапок. Очень круто. Здесь летом, наверное, фонтан напротив больницы и Турару Рыскулову памятник.
Ну и заброшенные дома также есть. Несколько пятиэтажек стоят полностью нежилые. Это улица Сакена Сейфуллина. Здесь в основном частный сектор, свои дома. И вот такой вот памятник, мемориал в национальном костюме, головном уборе, девушка. Пойдем прогуляемся туда дальше. Два. В магазине нашли белые семечки на развес по стаканам. 80 тенге стакан. И вот еще одно здание, даже несколько зданий заброшенных. Возможно, была какая-то фабрика. Первые три этажа полностью заброшены, а там вдалеке уже разобраны без крыши здания, без окон, без дверей, без ворот. Написано колледж, институт, возможно, здесь что-то такое было. Такая вот природа в Казахстане. И за этими горами уже Киргизия. Это хотя бы.
Вот так выглядит детская средняя школа поселка Димухамеда Кунаева. Thank you.